Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня речь пойдет об ирисах. Ирис – это род многолетних корневищных растений. Род насчитывает 800 видов. А какие виды растут в нашем ботаническом саду, узнаем в нашей рубрике. Цветы ириса известны человеку с древнейших времен. В средние века ирисы выращивали в садах замков и монастырей, откуда были перенесены в сады горожан. Свое имя цветок получил в Древней Греции по имени богини Ириды, которая, как посланница богов, сходила по радуге на землю. Поэтому слово «ирис» в переводе с греческого означает «радуга». Название этому цветку дал Гиппократ. Ареал рода ирис охватывает регионы северного полушария с умеренным и субтропическим климатом. Коллекция ирисов ботанического сада включает 250 сортов ириса гибридного, 10 сортов ириса сибирского, несколько сортов группы спурия ириса и несколько природных видов. Но основной состав – это сорта ириса гибридного. Это бородатые ирисы, которые включают 250 сортов. Это ирисы, которые цветут у нас в мае, апрель и май. Основные правила ухода за ними – это умеренный полив, солнечное место для выращивания. Эти ирисы лучше пересушить, чем дать им лишнюю влагу для полива. В условиях Кыргызстана ирисы цветут почти 2 месяца. Первые расцветают в середине апреля, это карликовые сорта ириса гибридного, затем среднерослые, затем высокорослые, затем начинают расцветать сорта ириса сибирского, спурия, и до середины июня продолжается цветение различных групп ирисов. Очень высокий интерес к ирисам во всех странах мира. Центр селекции в США, Англия, Франция, там очень много выводится новых сортов, которые затем распространяются по всему миру. В том числе получаем и мы различные сорта ириса. Такую обширную информацию об этих уникальных растениях, как ирис, мы постарались сегодня дать вам. Надеюсь, вам было интересно, полезно и познавательно. До новых встреч!